Нет, я что-то не пойму. Ты что, куда-то собираешься, что ли? Конечно. А что ты не понимаешь? Мы с тобой договорились. Илья, я тоже думала, что мы с тобой договорились. Да в смысле, мы только что говорили, блин. Что ты как маленький, Илья? Мама, ты как маленькая. Ты думаешь, я с тобой шучу? Мам. Я не шучу. Мам, что ты продолжаешь, да? Я сказала, будешь наказан, будешь наказан. Да в смысле наказан, мамуля, мне не 5 лет. Мам, ты что здесь уселась-то, а? Здесь буду сидеть. Долго? Сколько надо, столько и буду сидеть. Мам, а что ты за цирк-то устроила? Ну вот серьезно, ты обалдела, что ли, мам? Это я обалдела? Конечно. Что ты, зачем? Да это ты обалдел. А я тут при чем? Сессию завалить, сессию. Мам, да какую я ничего не завал... А теперь на дискотеку собираешься. Мам, я тебе объяснял уже 2000 раз, я ничего не завалил, я сдал сессию на 4-ке, ну ты вроде не глупая женщина, учительница работаешь, все же должна понимать. Один предмет только не сдал. Гребаную романскую эту филологию. Где не могла тебе помочь, там ты и завалил. Ясное дело. Мам, у нас больше половины группы не сдали. Блин, я пересдам через 2 недели. Я тебе уже объяснял. Ну сколько можно? Ну хватит пока уже. Пока все не пересдашь и не закроешь, все вечера дома. Мам, да... Разговор закончен. Мам, я что, так часто куда-то хожу? Один раз, блин, договорились все вместе пойти. Я тебе об этом давно говорил. Мам, ну перестань, ну правда. Ну что ты тут уселась? Ну, мам, ну... Ну перестань, мамулечка, ну я тебя очень люблю, красотулечка моя. Я тебя тоже очень люблю, но в клуб не пущу. Мам, ну что за цирк, блин. Мамуль, я тебе давно говорил, классная вечеринка, в раю, клуб такой, рай. Вера уже смеется надо мной, что я из дома не могу выйти, потому что мама меня не отпускает, блин. Тебе жалко, что ли? Жалко у пчелки в попке, Илья. Здесь дело в принципе. Мне этот твой филфак МГУ потом и кровью дался. Ну и вдруг такое отношение, Илья. Какое отношение? Мам, ты можешь хотя бы по субботам не быть училкой, а? Ты нет, не могу. Ну, завязывай уже, мам. Мне правда идти надо. Иди в свою комнату. И давай открывай учебник филологии. Романской. Какая ты, блин, упрямая, а? Голова аж разболелась. Блин. Да, блин, она стул взяла, села около двери. Не знаю, что с ней делать. Ты реально? Она в угол тебя, что ли, поставила, как маленького? Да, ну, да нет, ну а что я с ней? Драться, что ли, буду? Перепрыгивать через нее буду? Ну ты ее знаешь, если она вцепилась, блин, она не отцепится, как цербер. В смысле? Ну мы же договаривались месяц. Я понимаю. Сейчас что-то придумаю. Ладно, я пойду одна. Все, спасибо, пока. Да ну в смысле одна? Ну сейчас. Алло. Илья, Илья, нет. Нет, Илья. Мам, ну что ты делаешь? Нет. Да пусть... Да, Илья, да нет. Да вам так... Ну, хватит. Мама. Да мама.
Мам, извини, я не хотел. Я пошел. Все, свобода. Бегу к тебе. Вера, ты где? Давай, выходи. Я у тебя. Успеем на 10 часов. Давай, давай, давай. Ты же понимаешь, да, мам, ветер не пустит, будем под мостом жить. Почему под мостом? Ну как, там тепло, трасса, там тепло, хорошо будет. Подожди, думаешь, меня в этом пустят? Ну, конечно, пустят. Они молятся на тебя будут, ты ж боги. Старичок, старичок, этим вы можете дома заняться. Ты лучше посмотри, с кем я познакомился. Я Маргарита, мои лучшие подруги. Тебе взять что-нибудь? Да, что-нибудь сладенькое. Хорошо. Люблю тебя. Я тебя. Девушка моя, отпустите! На каком основании? Так, 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 посмотри сюда, девушка твоя обдолбанная. Да какая? У меня нет мы ничего. Мы не употребляем! Мы не употребляем ничего, мы чистые, у нас свидетели есть. Серега! Да, Илюша, да, Серега, да, ты где? Дочь я при свидетелях бабу твою досмотрю, ты же никого не сделаешь там, потому что ты клоун. Пошел. Вера! Ты сам обдолбанный, блядь, Вера! Вера! Да отпустите, ты девушка, чё вы творите? Ты чё? Чего? Ты чё, а? Ты чё, а? Чё я сделал? Ты чё? Слышь? Ты чё, охуел, что ли, а? Чего я сделал? Не, я не понял, ты чё, дебил? Ты чё я сделал-то? Отпустите девушку! Девушку-то мы отпустим, мы девушку отпускаем, а у нас тут клиенты поинтереснее. У нас тут, Оля, сопротивление при задержании. Какой? Давай, 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 бери его, пошли. Чё вы говорите? Давай, пошли, пошли. Пошел. Вера, уходи, Вера! Всё будет нормально! Ой, поедем, ой, помчимся. На оленях утром ранним. Так, Павел Филиппович. Ну что, вот молодой человек на личный досмотр. Давай, доставай содержимое из кармана. Куда, куда, кого ты? А что? Понятых давай. А, понятых? Конечно. Сережа, понятых заводи, заходим. Давайте, давай, давайте, в темпе, в темпе, в темпе, в темпе, встаем. Так, понятые, сейчас в вашем присутствии будет производиться личный досмотр. Команду пей. Давай, доставай все содержимое из карманов, на стол клади. Все, все. Ты снимаешь? Документируй все. Все снимаю. Все снимай, крупнее. Это все? Да. А в задник что? Деньги. Деньги доставай, монеты все клади нет, на стол. Монет нет.
Что это у нас такое? Опа! Опа! Приехали. Снимай, снимай, крупнее, крупнее. Прям бери. Это что такое? Так. Что это такое? Не знаешь? Зато мы знаем. А это специалисты узнают, Илья Львович, что это у нас такое. Это не мое, я. Подождите, это не мое. Вы не нервничайте так. Это не мое. А что это? Ты что, музыку задаешь? Вы мне подбросили там, когда мы шли. Это не мое. Это вообще не мое, не знаю, что это! Успокойся, успокойся. Да я спокоен, но я не впервые это вижу, что вы творите-то, это не мое, эй! Вы успокойтесь. Да я спокоен. Так, понятые, сосредоточились. Производим вскрытие содержимого пакета. Это... Не знаю, что это. Я не знаю. Ты откуда? Прописан. Где? Где он прописан? Сейчас доберемся. А что там? До того, где прописан. Горюнов Илья Львович. Лобня! А ты что, по лобне орудуешь, да? Горюнов Илья Львович, 16 июня 1990. Приплыл ты, уебок! 7 лет тебе впаяют, сынку! Ну, я никогда ничего не употреблял. Вообще никогда. Такому разуму наберешься, будешь знать. Слышь, каково пасть-то раздевать? Суд будет. Суд будет, слышь? Будет, будет. Не впаяет ничего. Ага. На выход! Ну что, береги себя. Все. Давай. Удачи тебе. Дядь Саша. Юрка. Выходим, стоял к стене. Пошли.
Мне на ледовое шоу на работе предложили билеты. Может, сходим? Нет. Ну, там эта Навка, которая выскочила за путинского секретаря. Да ну что? Ой, с усами мужчина, ничего себе так импозантный. Да ну его, малохольный какой-то. Уж Навка себе могла бы и получше. Я вот знаю, что нравится. Лавров. Уж я бы с Лавровым бы замутила. Ну и ладно. Они все равно по 5000. Ну да. Не пойдем. Молодой человек, подойдите. Добрый день, патрульно-постовая служба. Ваши документы. В Лобне. Откуда возвращаемся? Отбывал наказание. 228 статья, точка 1. Справку о освобождении. Пожалуйста. Что за точка 1, напомни-ка? Сбыт или подготовка к сбыту? У меня только подготовка к ожиданию начальника. Не забудь по месту на учет встать. И смотри давай, чтобы на путь исправления. Усек? Свободен. Подвезти, брат. Недорого возьму. А почему? Она тебя любит вдвоем. Мам! Мам! Мама! Мам! Ой, Илюшенька, мальчик мой хороший. Как же ты все это выдержал столько лет, а? А где мама-то? Я звоню ей. Дозвониться не могу. Вышла, что ли, куда?
А она позавчера, ей сердцем плохо стало. Я и скорую вызывала. Дверь закрыла. Вот ключи. Так она не дома? В больнице? А что, телефон не взяла? В больницу увезли. Но не смогли ничего сделать. Ты куришь? Ну, так не смогли. Ты, если что, Илюш, заходи. Кушать захочешь или помощь какая-то понадобится, заходи, не стесняйся, ладно? Я всегда рядом. Заходи, пожалуйста. Спасибо, мам. Вкусно.
Это больница? Лукнинская центральная городская больница. Я вас слушаю. Я звоню по поводу Горюновой Тамары Сергеевны. Кем вы ей приходитесь? Сын. Одну минуту. Ее увезли в морг. Можете приходить завтра забрать. Ты где мать, ты говоришь? Колбасу у курса. Не-не, я сыт. Ничего не изменилось особо. Как дела? Ну, нормально. Тут на Шри-Ланку гоняли. Ну, все лето по даче мы. Охренели от этого русского колорита. Ну, Стася заставила меня на Дерей океан устроить, прикинь. Ну да, мелкого отдали ее родителям и рванули вдвоем на серфе гонять. Фу. Кайф, ну реально кайф. Вообще. Две недели просто как один день пролетел. Ты знаешь, а потом такой возвращаешься в шарик, прилетаешь, выходишь, весь распаренный, веселый, а у тебя под ногами реагент плещется. И родиной так характерно попахивает. И ты такой думаешь, блин, Блинский, может, эта ланка-то вообще приснилась? Ну ладно. Давай. Давай. Тут, короче, мелкий из детского сада какую-то чумку принес. Прикинь, лбом можно арматуру сваривать. Жесть. А Стася на этой почве мозг себе вывернула и... Я буквально полчаса на работе задержусь, она сразу говорит, ты предатель. Так что это, слушай, я недолго. Ладно? Сколько лет прошло? Семь. Семь. Как там? На зоне? Да норм. Зона и зона. Я не понимаю, почему он тебя засадил? Нахрена ты ему сдался? Ну, потому что может. А суд? Ну, а чё суд? Ну, почему суд тебя закатал? Ну, реально же подстава была. Суд, блядь. Да они там все заодно, одна фирма работает. Ты думаешь, они меня слушали, они его слушали, сука. Дай барабан погонять. Чё? Ну, бобилу дай. А, барабан. Это, короче, вот сейчас я по отпечатку разблокирую, на. Вот здесь вот интернет, там внизу звонки, а... Ты что, думаешь, я совсем дикий, что ли? Да не, ну я это... На всякий случай. Ой, он, сука. Хазин, блядь, Петр. Ты мне билет до Соликамского выписал, понял? Мудак. Смотри, как пацан живет. Мальдивы летает. Вот тёлка у него, вот они вместе с ней на шарике летают. Рестораны. Братва его. Сейчас. Во. Смотри. Все ФСБшники наверняка.
все дела. Машины, тачки, поездки. Майор уже. И самое главное, что все фотки в сеть сливает. Похуй ему. Погоди, стоп. А ментам же прикрутили вроде эти соцсети. Да, разница, слушай, ну, блядь. Любое погоняло, выбрало и все. Вот. ХЗН Педро. Кто это? Че это? Ну, я его давно пасу. Хули. За меня мою жизнь тянет. Сука. Куда ты там собрался? Секрет-рум? Что это такое? Секрет-рум? Секрет-рум? Да. А, это где хулиган, помнишь? Там сейчас кафе «Дружба», вот это на втором этаже. Трехгорная мануфактура на Рочельской. Ну, там клубы, бары, ну, всякое тусовочное такое место. Ну, все такое. Все такое. Кому пальма, кому пальма. Знаешь, что такое пальма? Шкунка верхняя. А. Пальма. Кому рестораны, кальяны, кому баланду хавать, блядь. Сука. Семерка. Просто под руку попался. И семерка, понимаешь? Семерка. Просто под руку чуваку попался, и все. Нихуя его стерпела. Семерка. 7 лет. Тебе звоню. Любовь. Ты любимая. 7 лет. Сейчас. Любимая, запятая, не переживай. Скоро буду. Мы 7 лет не виделись. Точка. Целую. Удобная функция. Голосом начитал, превратилась в текст. Ну, как бы, по голосу телка сразу тебя пропалит, а так нормально, удобно. Вот, так что это... Слушай, я пойду. Да сиди, ёпта. Да мне мелкому панадол надо купить. Я буквально за панадолом-то и вышел, у него температура. По рюмашке хватит. Дуй за своим панадолом. Давай. 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 Ты меня спрашивал, как на зоне. В первый год взёрнуться хотел. А мать сказала, самоубийцы сразу в ад попадают. Так что, говорит, на том свете не встретимся. Такая вот хуйня. Старик. Давай. Я пойду. Давай. Давай, на выходных обязательно увидимся. Давай. Мелкий выздоровеет. Ладно? Давай. Погуляем. Пивка попьем. Попьем. Окей? Давай. Все, я рад тебе. Давай.
Боже мой, вышел, что ли? Что, не позвонил? Позвонить надо было. Нельзя ж так. Чего это? Увидеться хотел. Повидать тебя хотел. Извини, я не могу пока. Повидался? Ну, как бы семерка. 7 лет. И тут, а я там. Да, я понимаю, мне очень жаль. Но мы с тобой уже вроде как 5 лет назад расстались, и у меня новая жизнь, и я замуж выхожу. Ух ты. Как он? Богатый, классный, да? При чем тут это? Илья, я тогда тебя в клубе ни о чем не просила, ты сам влез. Да что ты? А что мне надо было делать тогда? А? Они бы тебя там как плечо обезьянники бы разломали. Просто бы обыскали и отпустили, и все. Они бы тебя во всех щелях проверили. Ясно тебе. Они бы это сделали. Я их знаю, ты их не знаешь. Илья, ты бухой, иди проспись. Ты их не знаешь. Илья, я беременна. У меня будет ребенок. А у меня мать умерла. Недавно. Тамара Сергеевна. Мне очень жаль, соболезную. Не дождалась меня. Может, на кофе хотя бы там увидимся или на чай там. Полчаса хотя бы. Просто поговорим, пожалуйста. Нет, я не могу. Илья, не надо сюда больше приходить. Держись.
будет, я тебе говорю, все будет. Поехали домой. Значит, не поеду я никуда, слушай, я тебе сказала. Слушай, успокойся. Что ты выкаблучиваешься, да? Я тебе сказала, я никуда не поеду. Я тебе сказал, что я ее пошлю, вот значит, как я ее пошлю. Как пошлешь, тогда мы с тобой поговорим. Я тебе сказала, я на вторых ролях всю жизнь у тебя не буду. Да все. Успокойся. Вали. И вали к чертям тогда, слышь? Проглянь. Алло. Да нормально все. Слушай, ну что, давай, подъезжай. Есть все. Я тебе говорю, все есть, отсыплю. Ну да, поработаем пылесосиками. Да? Я тебе говорю, трехгорка, секрет-рум. Подскакивай. Да. Че значит не хочу, че значит, блядь, на домашке, ты че? Хорош, а? Ну не хочешь хер с тобой? Давай, пока. Здорово. Не помнишь, что ли, меня? Пей. Ты мне? Да. Я Илюха. Илья. Может, угостишь? Дядь, ты кто? Чем угостишься? Не. Вспоминаешь? Дискач. Месяц назад. Уже два. Первым меня заправлял. М? В квартире, что ли? Да. В сортире. А. Точняк. Да, помню. Илюха. Сейчас, знаешь, благотворительность кончилась, к сожалению, да? Ну, сам понимаешь, кризис в стране. На прибавках. Тогда другой разговор. Почем? 200 вообще грамм. Качество, как у Эскобара. Улет. Наркос смотришь? М? Наркос смотришь, сериал? Нет. Зря. Вся сезон новый вышел, вообще бомба. Только у меня рубли. Ну, отлично, рубли даже как православный. Ты, кстати, сериальчик глянь, время будет. Школа колумбийской жизни. Давай сюда. Здесь как-то не так палевно. Че, в гляделки играть будем? Бабосы гони. Че, реально не помнишь меня? Да помню. Илюха, ты с сортира. Ты меня 7 лет назад на зону отправил. Забыл? Я Илья. Из Лобни. Вспомнил? И чё? Ты зачем пришел? Поговорить. Поговорил? Еще 7 лет хочешь? Иди домой. К маме. Нет у меня больше мамы. Понял? Заходите. Что ты, сука? Хана тебе, уебок. Сука. Уроют тебя, падла. Сука, не на тех нарвался ты, ясно? Поговори, блядь, со мной. Я же просто поговорить приехал. Просто поговорить, блядь. Че ты за ствол ты берешься, сука, а? Не можешь один, да? Кому ты там звонить собрался, а? Чё ты там вводишь, бля? Кому звонить собрался? Выкинь, да, телефон. Поговори со мной, сука! Посмотри на меня, поговори со мной, блядь! Поговори со мной! Просто поговори, блядь! А! Поговори со мной! Слышь? Поговори со мной, эй!
Эй! Вставай, сука, вставай! Вставай! Эй, вставай! Ah!
байки, мошки да подороженьки, сходите сюда на улицу. Зайдешь?